Всем привет! Вы на канале Bear Hunter. Сегодня опять у нас Ксюха, как и обещал. Будем сегодня стрелять из многоразового арбалета. Mamba агрегатор. Давай. Интересно. Здесь, в принципе, тоже нету упора. Подожди, вот возьми за руку. Тяни эту штуку на себя. Стоп, не тяни. Палец среднему туда. Угу. Дырочку. Тяни. Стоп. Резко не отпускай. Нет, давай. Еще. Получилось? Ну ты плавно отпускай. Все, ты зарядила. У меня вышло. Там видно все в кадре? Ты зарядила, но плохо зарядила. Потому что один раз стрела упустила, стрела ушла. Так, стрела здесь опустила, чтобы холостого выстрела не было. Так, все, стрела здесь. Нет. Ты просто понимаешь, ты когда взвела, отойди. Ты когда взвела и туда ее обратно, тетива стрелу вытолкнула одну. Поняла. Хорошо, что мы это заметили, иначе бы стрельнули две стрелы, у нас бы очень плохо все было, плачевненько все получилось. Так, берись, тоже упираешься, здесь на предохранителе, и давай, холодос будем расстреливать. Центр холодильника прицелился? Да. Подожди. Можно? Ладно, так же нажимай, давай. Круто? Да. Ну давай заряжай дальше. Подожди, прежде чем заряжать. Мы же 5 стрел выстреляем. Одну стрелу и... Интересно. Давай, заводи. Ну, я тебе помогу, давай. Тащи. Зарядила. Молодца. Ну, это дело привычки. Я уже почти опытная. Подожди, предохранитель снимаем. Давай. Ну, как тебе стрельба? Здорово. Заводи. Так, а как вообще одному человеку это делать? Ну, по идее, смотри, я тут убрал, здесь вот такая штучка есть, буквы Г. Также ногой встаешь, ну, это для девочек. Потому что мне, видишь, мне это легко все. Взводится, предохранитель снимается, все, стреляй быстро, стреляй. Все. Скорей. Давай. Ну, видишь, как это все делается быстро. Оп. Давай. Налилась. Смотри, какая штука. Зачем помповое ружье нужно или дробовик всякий, когда вот. Дурмашина. Давай. Вот это вещь. Как тебе? Здорово. Там видно все в кадре? Mamba агрегатор, видите, пятизарядный. Ну, сюда можно 6, на самом деле, стрел уместить. Как тебе эта штука вообще? Мне вот это больше понравилось сегодня. У меня уже получается. То есть у тебя, слушай, вот для сравнения специально набирал. Doom Армагеддон, в нем 43 килограмма. Mamba агрегатор тоже 43 килограмма. У них одинаково все. Да? Я думаю, вот это женское, а это мужское. Здесь, понимаешь, просто плечи побольше, поэтому взводилка чуть подальше. Здесь покороче. Здесь плечи обратные, поэтому все равно потяжелее маленько заводить. Я специально Doom мини-агрегатор не брал, где плечи обратные. Там тяжелее заводить, а Mamba прям легко взводится. Вот смотри, давай вот эту вот штучку вверх сделай. Все. Бери стрелу. Укладывай. Нет. Вот вот, да. Туда до конца ее сунь. Вот так. Нет. Не так? Вот так, смотри. Кладешь туда жопу. И вот так вот. На, еще одну. Клади. И вот эту вот сюда. Видишь, укладываешь вот так вот. Подрисла, все. Все, стрела упала. Че, стрельнешь еще? Давай. Давай, мне прям сможешь сама завести. Не знаю, попробуем. Так. Как бы упор. Оп. Ну ты еще не приноровилась, все. Так, предохранитель снимешь? Сама снимешь. Хорошо. Оп. Все, молодец. Снимай, там все видно. Заводи. Все, что ты предохранитель трогаешь? Я думала его это раз и все. Стоп. Все, да? Отпусти. Оп. У тебя та же самая ошибка получилась. Давай я сейчас заведу последнюю стрелу. Просто у тебя не привычка еще? Ну, конечно. И тебе все-таки надо вот сюда упорчик сделать, чтобы ногой взводить. Так, стрела опустилась. Нормально. Предохранитель сама снимешь. Потрясающе. Так что лучше-то? Mamba агрегатор или Doom Армагеддон? Это все-таки стоит где-то... Пустая версия, плюс тут кастомный, плюс прицел. Ну, где-то рублей 60-70, а это 350 стоит.
Ну, мамба мне сегодня больше нравится. Чем? Она такая миниатюрная, как я. А самый главный плюс-то какой? Я всего попала, все воткнула. Пятизарядная. А, ну да. То бишь каждый раз стрелу не надо заряжать. Ну, сама видела, как быстро. Хлоп, стрельнул, хлоп, 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 все. Зачем, готово, да. Зачем дробовик дома? Когда вот 43 килограмма официально разрешенная. Если свыше 43, надо уже лицензию охотничью иметь. А тут 43 килограмма. И не надо никаких сейфов. Повесил пятизарядочку. И все, не дай бог, кто пришел на участочек, вышел, предупредил, шмальнул уточку. Или козлятину какую-нибудь, которая загуляла в твой огород. Логично? Хорошая вещь. Свинятину, опять же, которая пересекла границу твоего огорода. Вот самое то. Поэтому, на мой взгляд, вот смотрите, вот это твоя точка зрения. Мамба тебе больше понравилась, да, чем большой. Это для развлечения. А это для точной стрельбы на дальних дистанциях. И это все-таки премиум-класс. Это в основном для охоты и для удовольствия. А это для развлечения. Ну, я так, в принципе, считал, что мамба – это арбалет для девочек. Ну, держи. Нет, скажи, мне прямо она очень понравилась. Она такая маленькая, удобненькая. Только знаешь, мамба-то она без приклада идет. Это я уже поставил приклад. Ну, с прикладом лучше. Мне пока не с чем сравнивать. Будем сравнивать дальше. Отличная вещь. Спасибо за возможность пострелять. Повторюсь, это чемпионка по метанию ножей. А я метатель. Пишите комментарии, как вам такие вот стрельбы. Видите, даже девочка смогла взвести без упора, а руками. Ну, правда, я маленько... Да нет, она, ты сама нет, смогла. У меня даже пару раз получилось. Ты один раз даже сама взвела, но просто делал привычки. Селенок, то у тебя тоже не столько много. Пишите комментарии, как вам вот такие вот тесты. Не просто мужики тестят, а девочка. Ну, идем сюда, ходи. Ну, рост вот смотрите какая. Во мне 1,80 м. Два. Да? А это, видите, взвела, стрельнула. Проходи. Поэтому с арбалета могут стрелять не только мальчики, но и девочки. Симпатичные. Так, пишем комментарии, как вам сегодняшняя стрельба. И пишем комментарии, что на ваш взгляд лучше. Мамба-агрегатор, либо Doom Армагеддон. Лайк ставим, подписываемся. Всем пока, до новых встреч. Метатель все может. И Ксюха, я твое имя не назвал. Ксюха тоже все может, оказывается. Да. Всем пока.